соответствии с разделом «Порядок и условия оказания медицинской помощи и сроков ее ожидания» территориальной программы государственных гарантий обязательного медицинского страхования на 2015 год медицинская, диагностическая и лекарственная помощь в стационаре предоставляется бесплатно. Данные правила действуют в отношении больниц, родильных домов и других лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Сроки планового ожидания госпитализации в стационарные условия для оказания специализированной помощи 30 дней. Это правило не действует при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, потому что там существует лист ожидания, свой порядок оказания этой плановой медицинской помощи. Госпитализация для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в условиях стационара осуществляется при доставках пациента службой скорой помощи по направлению фельдшера или врача медицинской организации, а также при самостоятельном обращении пациента в приемное отделение стационара. Важно знать, что отсутствие полиса и документа, удостоверяющего личность, не является основанием для отказа в экстренной госпитализации. При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гарантировано бесплатное нахождение, питание, получение всех необходимых лекарственных средств, расходных материалов в соответствии со стандартами и перечнями жизненно важных необходимых лекарственных средств. Если в госпитализации нуждается ребенок до 4 лет или более старшего возраста по медицинским показаниям, то один из родителей либо другой член семьи имеет право на бесплатное нахождение в стационаре, питание и отдельное койко-место в течение курса лечения. Провели проверку в 3 детских медицинских организациях, и только одна из 3 соблюдает полностью вот это право на нахождение бесплатное с ребенком до 4 лет. Лекарственное обеспечение в рамках программы обязательного медицинского страхования предоставляется бесплатно в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Платными же являются услуги, связанные с повышенным уровнем сервиса.